Вот, друзья, я нахожусь в кафе «Юрта». Заехал в Альфонский район, поселок Иванцы. Вот это вот кафе знаменитое. Сюда все заезжают. Здесь очень вкусно кормят. Вот. Так что можете сюда заезжать перед тем, как заезжать в Альфонский район. Здесь, вот, ребята, приехал я на Альхон. Не на сам остров, он там виднеется. Вот на этом берегу здесь просто остановился. Здесь я ночевал на сегодня. Вот в этом месте палатку ставил. Вот такая место красивая. Фантастическая видная. Пытался сейчас запустить здесь дрон, но здесь рядом лэп и трансформатор, и, короче, у меня дрон сразу начал глючить, туда-сюда летать. Первый раз я на горе вот запускал, он у меня начал унитазить, а второй раз он вообще вот к этой будке полетел, я ничего не мог сделать, кое-как его посадил. Так, теперь надо сменить позицию куда-нибудь подальше отсюда, ну не знаю, наверное, не получится мне здесь сейчас пролететь пролет этот. Поедем на другое место, там уже попробуем где-нибудь, где нет проводов таких высоковольтных. Катерок, ракета идет с Иркутска, видимо. То есть в Иркутск поехал. Сейчас вот мы будем ходить с материка на остров. Столько машин доехало.
Все, пошли. Камера, да? Какое-нибудь интервью скажите. Привет из Ангарска. Из Ангарска, привет. Привет из Ангарска. Всем привет из Ангар. Всем ангарским привет. Как вас зовут? Саша. Александр. Александр, как по отчеству? Александр Витальевич из Ангарска. Всем привет. Тогда пройдем. Пролив Ольхонские ворота. Байкали на корабле, в пароме. Ребята, ну, погодка, как обычно, не очень-то. Как мы снимаем, так погодка не очень. Как не снимаем, погодка хорошо. Вдали видно буряки.
подходим к острову. Жаль, солнышка нету. Если солнце было бы, видно было бы. Вот наш корабль разворачивается. Японские ворота. Вот с того холма сейчас, может, там получится что, оттуда может взлететь получится. Туда-сюда что-то барахтаемся, ждали, видимо, тот паром, когда пойдет. Бакланы, бакланы, о! Следующая дорога, Семёна Дорогая называется. Помимо, блин, еще, по-моему, третий есть паром. Три парома. Мы им помахали рукой, они нам помахали. Вот чайки интересные, серые такие, как рябчики. Так, подходим мы, подходим. К берегу подходим, к острову. Швартуемся, ну и сейчас будем выезжать на машине. Ну, все. Идем к машине. Все, ребята, выезжаем с парома.
Вот ночевал сегодня вот в таком красивом месте, на Байкале, на Ольхоне, на острове. Вот поставил здесь такую палаточку. Ну вот с утра, как всегда, коровы. Единственное, что здесь плохо, утром, рано утром начинают кричать чайки. Вот вы, наверное, сейчас слышите, да? Рано утром они уже начинают прям громко-громко, близко-близко здесь. И спать не дают. Вот. Остров Ольхон. Сейчас попытаемся слетать вот на тот островочек. Не знаю, правда, как он называется. Если кто знает, напишите в комментариях, как он называется, этот остров. Вот такой вот, ребята, красивый Байкал. Вот чаечка нам позирует специально. Прилетела нам попозировать. Ребята, выезжаю я из острова Ольхон и еду домой в Иркутск. Ну а там уже послезавтра я поеду в Бурятию, в Закаменск. Такие вот дела. Съездил я на остров, разбил дрон опять, как обычно бывает. Да, дно глубокое. Пока остров Ольхон. На том пароме мы пришли сюда. Сейчас мы едем на Патагаеве. Семёне Патагаеве. Сейчас помашем рукой. Будут они нам махать или нет. Таники. Плывем. Сегодня такая погодка, блин.
подходим к берегу.
Thank you.